Это государство создано воровством. Оно рухнет. Януковича, Ванющенко и компания, то есть банально грабили. И откуда они повылазили все? Блевотнёй и слезами. Курировали с целью личного обогащения. Поэтому оно рассыпется вот так, как карточный домик. На Донбассе, повторюсь, заякориться мне не удалось. Меня оттуда твой друг Владислав Юрьевич, значит, выкорчевал. Ну хорошо, наш друг. Да, общий друг. Наш общий друг Владислав Юрьевич Сурков не дал, да, он, в принципе, такой по своему стилю, он любил более простых людей, вот, а мне в лицо он говорил фразой: «Павел, я вас не чувствую».